обзор такого немножечко барахла, который у меня сейчас присутствует. Это отсюда? Ой. Это подключено туда, вместе вот с этими. Это домашний кинотеатр Philips. Был 5.1, а сейчас он стал вдруг 2.1, потому что у меня больше колонок нет. Спутниковый ресивер. Видеодвойка. Рабочая полностью. Philips. Рабочий полностью. Целый. Единственное, тюнер иногда отказывает. За Филипсом кометы ES30B. Vega 108. Почти рабочая, но надо профилактировать. И сейчас она подразобрана. Колонки Samsung. Panasonic. Раз. И второй я пока унес в другое место. Еще домашний кинотеатр Samsung. Колонок нет, пульт есть. Постоянка на выходе. Надо делать. На всех каналах. Комета к колонкам тем, которые за телевизором. Есть вторая пара колонок. Есть вторая пара 15S109. Она спрятана в кровать. Вот надо убрать, пока так валяется. Калцел рабочий полностью. Горы наушников. Так, там что? Видик. DVD, видик. И так далее. Что еще показать-то? Ну, здесь пока больше ничего и нету. А, ну вон телек. Этот продается. Комп спрятан, просто было некуда поставить. В общем-то, все.